Россия готовится к очередному тотальному диктанту. Бесплатные занятия, на которых можно подготовиться к его написанию, проходят в 22 городах страны. Ближайшим к Ноябрьску городом, где можно пройти подготовительные курсы, стала столица области Тюмень. В прошлом году мероприятие прошло в 89 городах России и мира, охватив 10 стран. Его участниками стали порядка 14 тысяч человек. Еще около 15 тысяч посмотрели онлайн-трансляцию. Добавлю, акция, которая изначально задумывалась студентами Новосибирского государственного университета, в этом году пройдет уже в 10-й раз. Она состоится 6 апреля.